Куйбышевской прокуратуры дал представление отменить незаконные общественные слушания, которые были сфальсифицированы. Это правда? Да, есть документ. Почему не выполнен документ? Префект дал распоряжение в присутствии прокурора Северо-Восточного округа Сосмина, в присутствии начальника УВД СВАО. Почему не выполнена рекомендация вот этой комиссии с 23-го года? Прислал всех должностных лиц привести территорию в первоначальное состояние. Демонтировать забор, убрать вагончики, убрать палатки с обеих сторон, чтобы люди спокойно разошлись по домам. И потом решение суда нам подскажет, как действовать дальше. Почему решение не выполнено? Почему никто не несет ответственность за нарушение федеральных законов, московских городских законов и так далее и тому подобного? Я считаю, что все произошло здесь, в этом парке, виновата администрация района Лосиноостровской. И я предлагал префекту применить главе управы меры административного воздействия. А проще говоря, отправить его в отставку. Пусть идет на пенсию, пусть идет шеф работать с местным дворником. В руководящем месте ему, в руководящем должности, ему не место. Он не может работать с людьми, он не может выстроить отношения со своими жителями, он не может с ними договариваться, он не может им объяснить, почему и что должно случиться.